Здесь расцветают холсты и витрины. Орхидеи, розы и маки, нарисованные на шелке и сделанные из подручных средств, выглядят будто живые. Надежда Лукьянова уже 4 года делает цветы из шерсти, работает в технике мокрого валяния. Говорит, цветы из теплого натурального материала получаются словно настоящие и особенно согревают душу. Я живу сейчас в частном доме, у меня все в цветах, в разных. Вот для меня это вот, я вот выхожу, первым делом утром я вышла, умылась, зубы почистила и выхожу в сад. Я пройду весь огород, посмотрю, поздороваюсь с цветочками. Раньше я их просто любила, цветы, а сейчас теперь я свою любовь воплощаю вот так вот. Шерсть, фоамиран тоже вот увлекаюсь, делаю из фоамирана цветы. Фоамиран или пластичная замша – материал новый. В Самаре с ним работают примерно 1,5 года. Но мастерицам он уже успел полюбиться в первую очередь за его свойства. Приятный на ощупь, очень хорошо принимает форму и ее держит. А также его легко мыть, можно хоть в порошке стирать. Красота изделия от этого не пострадает. На выставке «Цветочный микс» свои работы представили 6 самарских мастериц. Летние краски переданы в самых различных техниках. Настроение летнее, красочное. У нас на выставке мы решили, что она должна подарить такое настроение радости, счастья, чтобы лето продолжалось, так как это время отпусков, чтобы люди смотрели, наслаждались и вдохновлялись. На выставке сделать цветы своими руками могли все желающие. Для посетителей провели мастер-класс. Окунуться в цветочный микс в арт-фойе кинотеатра «Художественный» самарцы смогут до 17 июля. Алина Чемерес, Григорий Плешаков. События.